Привет, с вами Сергей Хоббит, и это новости 2x2. Миру нужно больше Тома Холланда. Вышел расширенный отрывок из грядущего фильма «Uncharted» на картах не значится. Несмотря на то, что создатели заверяли, мы не будем повторять то, что происходило в игре, это буквально скопированная сцена из третьей части, где Нейтану Дрейку нужно сражаться с врагами на борту самолета. В любом случае, выглядит очень бодро. Как раз для фанатов крутого экшена. Не все супергерои белые и пушистые. Amazon Prime показал первый тизер третьего сезона «Пацанов». Да, того самого шоу, где супергерои — это еще одни звезды и политики. Они ходят на фотосессии, помогают корпорациям, а иногда злоупотребляют своими сверхспособностями. Создатели и актеры уже обещают много жести и безумия. Как всегда, впрочем. Если любите сатиру, то успейте наверстать предыдущие сезоны. Земля снова в опасности. Наконец-то появился трейлер нового фильма Роланда Эммериха «Падение Луны». По сюжету руководительницы НАСА нужно проследить за операцией по спасению нашей планеты. Все из-за того, что Луна сошла с орбиты и готова уничтожать все на своем пути. Главную роль здесь сыграла потрясающая Хэлли Берри. Мы имеем дело с разумной сущностью. И планируем атаковать эту штуку. Очень нужна твоя помощь. Скажи «да», Брайан. Время отправляться в космическое путешествие. Ну а с вами был Сергей Хоббит. Смотрите 2x2, читайте 2x2 медиа. Удачи!